Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу, во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Чтобы они Алексея не отошли все. Я понял. Так, я снимаю паузу, да, вроде все плюсы нажали. А почему ты не хочешь на индуса напасть? Зачем? Японец, я... Снимаю Васька паузу. Да, я Васька даже отведу сейчас. А чё это за хрень началась такая? А чё, я сдаю ему территорию? Звучит не очень честно. Ну да. Почему не честно? У меня дрючит с одной стороны, с другой стороны меня... Никто не трогает. Я сейчас понимаю реально, что самолеты просто меня всего перебьют. Японец мне сильно помогал. Вот, поэтому... Так он помогал, чтобы потом тебя забрать, чтобы тебе как можно дольше ты сопротивлялся мне. Если он тебе и дальше помогал, вообще... другое было бы дело. Так все правильно. Ему-то не хочется, чтобы ты стал сильнее, ты сейчас меня всего захватишь. Нет, так а почему ты ему отдаешь города? Это то же самое, что ты ему сейчас передашь просто через диалоговое окно. Передашь ему города. Когда союз закончится, я нападу сам. А, я тебе объяснил. Потому что у меня все нападение идет с той стороны. У меня войны нету справа. Ну, он тебе объявит войну, уже тебе сказал. Уже тебе сказал, что объявит тебе войну. Ну, если он объявит войну, будет их захватывать. Я говорю ему, что я за них драться не буду. Мне нечем драться. Ну, а почему ты со мной дерешься, а с ним нет? Потому что он сейчас на меня не нападает, а ты нападаешь. Ты мне только что... Ну, ты только что сказал, что ты с ним драться не будешь, что ты отведешь войска оттуда, от его городов. Да, потому что мне нужно защищать два города, на которые ты сейчас нападаешь. Чё здесь нелогично, вот ты понимаешь. Я вижу территорию инка. На самом деле у него все войска и так не с той стороны. Ну я там, вот смотри, сейчас была пушка у меня в Росаспате. Я ее отвожу, чтобы вот отдавали ее. Ты хочешь, что с ней происходит? Чего, ну, я понял, просто, отдай ему просто через диалоговое окно города, просто чтобы времени не терять. Нет. Это не то же самое. У него-то особая дефаца, ты не ещё 470. Города 58. Ну, а просто бомбардировщик будет с одного захода снимать. Все. Да, но он обставил города с моей стороны своими юнитами. Что значит снимать города? Мы про юниты говорим, а не про города. То, что ты возьмешь его города, я не сомневаюсь, я не сомневаюсь. Он обставил юнитами, что мне надо их убивать, пока ты будешь с его стороны забирать города. А ты на меня нападаешь, ты мне предлагаешь отвести юниты от городов, которые... Нет, я предлагаю, чтобы ты защищался и со стороны японца тоже. Я ничего не предлагаю. На меня никто они, не нападает. Они это, от меня защищаете? Я отведу прямо сразу юниты, как ты на меня нападешь. Гей-гей, забирай. Так это то же самое, что ты просто передаешь через диалоговое юнитов. Окно города. Нет, не то же самое. У меня нет юнитов на границе с Японией. Это я тебе больше скажу, это даже хуже, потому что японец еще и прокачает юниты на твоем городе. Он прокачает еще и самолеты и заберет город в любом случае за один ход. Ты мне сказать тогда, я не могу кричать, я бы тебе перекричал. Дело не в этом. Дело в том, что через 7 ходов, когда у нас закончится союз, у меня войск не останется. И чем мне нужно дефать каждый день? А зачем говорить, я отведу... Вот ты зачем вот эту фразу сказал? Для чего это нужно? Чтобы он знал, что города будут пустые. Да это, в принципе, не особо важно. Так, давай разберемся. Ты либо ты просто сдаешь свои города японцу, и это не отрицаешь, либо ты не споришь дальше. Я не... О чем тогда спор идет? Ты просто сдаешь города японцу, правильно? Я не понимаю, о чем ты споришь. А что, по-твоему, не сдавать города японцу? Воевать с ним точно так же, как ты со мной воюешь. Если у меня, давай так, если у меня на начало войны с ним будут войска, естественно, я с ним буду воевать. То... Ну, то есть, это противоречит твоим словам, что ты отведешь войска от городов его, чтобы он спокойно захватывал, будешь все-таки с ним воевать, так? Конечно, отведу, потому что мне нужно защищаться от тебя. Слушай, я не слышу противоречия в его словах, или
Я такой еще и по кругу пошел что-то. А Халецкий хочет, чтобы когда у нас началась война с Японией, я внезапно наштамповал ниоткуда-то начаться. А сейчас, пока он на меня нападает, я не должен сводить войска на фронт с Халецким, я должен держать войска на фронте с японцем. Нет, я хочу, чтобы кто-то, ты, кто-то, когда на тебя нападают войска, вот так вот не говорил, что ты типа, я отвожу войска, нападай, делай что хочешь. Почему я не могу так сказать, если это соответствует? Ну, потому что это сдача просто. Я тебе говорю, что это все равно, что ты передашь города, вот. И еще даже это хуже, потому что он прокачивается на твоих городах. Ты к словам цепляешься? Я не знаю, зачем. Почему я цепляюсь к словам? Ну, ты сдаешь города ему, у тебя не будет там войск, ты просто сдаешь города. Ты, и причем ты об этом говоришь еще до его нападения даже. Умный человек бы просто сделал это, ну, в смысле, отвел бы, типа, молча, хотя тоже некрасиво. Куда что отводить, блин? Слушай, кто видит мою территорию? Видит я вижу. Слушай, скажи, ма, я просто не понимаю. Да я уже все, да все, ну, давай ты, а зачем ты говоришь, что ты отведешь войска? Зачем вот это? Там нету войск. Я знаю, где стоят войска, я могу взять скриншот. Так, раз, два, три. Единственное, что может делать Инка, это если не он нападет в Японию, и притянуть часть войск назад. Но это бессмысленно, потому что, ну, это ничем не поможет. Против самолета у него нету анти. Так, а если... Нету зениток, я их не вижу. Следовательские гранты, блин. Зато потрындел. Все нормально, короче. Кстати, а что у меня с нефтью? Нефтью у меня так тоже нет. Как будто я зашел в диалоговое окно и сказал, на тебе города, и скинул его. Меня в этом обвиняют. Ну, так примерно так вот и это... будет. Ну, вот, знаешь, если бы... Смотри, знаешь, как и так будет, если бы у меня были бы там танки в этих городах, зенитки, и зная, что он нападет на меня, я бы взял бы их оттуда увел. Это да, тогда бы так было. Ну ты же сказал, я увожу войска от городов. Переводишь да, их на мой он... фронт. Забирай города. Слушай, если ну, ты серьезно. Не в курсе, он мой союзник. У нас не альянс. Он мой союзник. Который на тебя нападает и забирает все. Ты понимаешь, что он получает лучшие твои города? Ничего для этого не сделав. Ну, если выбирать между альтернативами, ты заберешь их, либо он. Вот если я должен выбирать среди этого, зная, что мне точно нужно будет их отдать, эти города, но, конечно, пускай другой забирает, а не ты, который на меня напал. Но это не, это не подарок доброй воли. Нет, если... Блядь, ладно, все. Так, ничего. Японец, может, просто поделим города? По-честному. Ну, по-честному, вот Чукуи, Такуска, вообще Антавалия я бы хотел бы себе забрать. Вот по вот этой линии, по горному. Охренеть. А фига себе у тебя представление о честности. Там еще есть Уанака, Тумбес тебе. То есть ты забираешь 6 городов, а я 3, да? Вот это честно. Ну, Антавалью оставляешь, Уанака и Тумбес себе, а я со своей стороны. Артист, у тебя возле Парижа юнит стоит. Можешь его куда-то передвинуть, пожалуйста? Ты, честно, говорит, хочу я Антавалью забрать, то есть вот эти вот возле все города. Парижа. Жесть, я от Ацтека отстаю на 11 технологий. У него уже 350 науки, Лёша 360. Беда.
Блин, мне надо что-то сделать. Ну ладно, сейчас я эту танталию взял, так можно немножко расслабиться. Надо проекты в городах сделать. Ускорил демократию? Ускорил. Большой базар. Довольства нету. Где тут еще алюминий вообще есть. Влад, а ты мир заключить не хочешь? Можно, кстати, подумать об этом. Инк-то уже падает все равно. Тут расти некуда, в принципе. Давайте. Да ё-моё. На тебя кинул сделку, Алексей. В коне надо проекты. А чё тут у нас за учёный? Ну, так себе. Lady's imagination is. Так, что там? Золотой век индус ацтек. У этих жопа. Блин. И у меня, короче, еще темный век. Да блин, где ты его город? Влад, а ты, кстати, на Японию не думаешь нападать? Да не. Бессмысленно пока что. У меня источник алюминия. Ближайшая клетка к столице.
Такая грусть. Вы уже открыли уран, да? Ну, японец. Скоро. Мне куска нужно. Все остальное... Окей, но куска мне нужно. Ну, мне тоже куска нужно. Там хорошая вещь. Не понял, я потом могу с тобой, если что, военный союз заключить. Все, с тобой война будет. Блин, зря я с тобой мир заключал. Почему? Ну а что ты мне всю игру гадишь, а в чем прикол сейчас с тобой мира был тогда? Я думал, сейчас, ты понимаешь, что ты в Болонию сможешь отправить. Ну, блин, ладно, я понял. А Болонию перекупили у тебя уже. Ну что, перекуплю обратно. Я не знаю, что тут. Что, повторим с благовонией? Да. Я, кстати, предлагаю... против культурного города-государства проголосовать. Там у ацтека Нанмадол, который ему кучу культуры дает. Я уже так сделал. Я хотел сказать, сейчас он приплывет на подводы, на их лодочках и накидает всех ядрами. Ну, науки у него типа не больше всех, но культура, конечно, хороша. Ну так, сидишь свой игру сам, строишь домики. Ничего плохого в этом нет. Ну вы же все против меня делаете. Хотя один захватил соседа вообще без проблем. Ну как, я 40 ходов воевал, или 50, или 60. Очень долго воевал. Не могу сказать, захватил полностью соседа. Японец на моих этих... То, что я сделал, пытается выехать все города захватить у инка. Инка ему полностью отдается. Но и все против меня делается. Зато вот там чувак... Спокойно сидит, улетает. Я никому полностью не отдаюсь, ни разу. Ты же сказал, что ты уберешь. Зачем мы. Ну зачем? Зачем ты вот? Он же пока не убрал, давайте. Ну конечно, потому что начали вот обсуждать это. Да чуть не начали. Слушай, блин, ну я тебе объясняю, ты не понимаешь, и не знаю, что еще объяснить. Ты говоришь о каких-то намерениях сдать игру. Я говорю о констатации факта. По поводу ядерок. У меня нет урана вообще. У вас на тебе. Да я всю игру плачу, Саша. Что, сразу захватываешь, что ли? Блин, Ася. Ну, постоим пока. У Алексея, может быть, есть. Захватывай Алексея. Да, захватывай. Да, у него есть. Захватывай меня. Не, хочу поиграть в культуру. Но это не поможет, к сожалению. Так. Значит, Титлани ожидает задание. В Стамбуле. Куску.
Артист кинул. Красиво, один алюминий. У меня полконтинента, один алюминий. Круто. И да, я только его открыл. Как я прокрался. Ну, коварщина, капец вообще. Ну, эта кавалерия, она просто тупо игнорирует. То есть она по твоим дорогам бежит. И все, и вот. Шпион Японской империи был пойман. Так это ты мне там гадил, значит, да? Не знаю. Две мазутных электростанции для улучшения баллистики. А нефти у меня нету. Блин, я тут все... Артист еще сбил. О, у меня уже концерты пошли от секси. Давайте дождем. Сколько у тебя сынка? На следующий ход закончится. Давай на следующий ход сделаем. Окей. Ты что, ты японец, со мной воевать будешь? Это так, на всякий случай. Мало ли куска не поделена. Ну, Якуска, если ты не нападешь на инка в ближайшие 2-3 хода, то Якуска забираю, наверное, следующим ходом. У меня 2 хода сейчас. То есть тебе придется тогда мне войну объявлять? Ну, тебе военный союз пригодится. Ну и давай тогда отстек, пускай культуры выигрывает. Клёво. Ты не думаешь, что надо играть? Чего? У меня 13 урана вход, как вам? Неплохо. Так вот где мой весь уран, да? А где? Не, я только. Я вижу просто только один уран, одну эту. А где ж тогда все остальное? Я вижу один от халепа и больше не вижу. Вот я только халепа вижу и все. И там 3, получается, урана вход. А если у меня вход 13, это еще где-то 4 месторождения должно быть? У меня что-то зависит. Выбираю юнит, а он не выбирается. Чайная мочила вообще. Строили бы домик. Капец вообще там. Не, ну я тут дрался как лев. Мы даже науки до сих пор 120 ход. А сколько у нас осталось до конца союза, Сулейман? Ты можешь посмотреть. Что, еще и ты хочешь на меня напасть? Нет, я хочу продлить союз. Все против Сулеймана. 5 годов. Да воюй с ним. Слышишь, ты захватил француза. Я еще никого не захватил.
Я 4 города заходил еле живых, а ты хорошие города захватываешь. Тут как бы только в одном городе кампус был, и в одном городе только был этот коммерческий район. Полупустые города. Он же не строил домики, как обычно люди делают. То есть это в принципе не считается вообще. Боже, что ты такое? Инк, что ты такое сделал? Я впервые вижу, чтобы вообще все задания шпионов на территории человека были красного цвета. Просто вообще там 10% вероятности. Я очень злой. Самолетик делся. Странно. Влад, а ты слоника можешь подвинуть? В тундре. Блада. Так, у тебя 5 городов? 4? А, нет, больше. 5. 6. Так, у тебя 5 городов? А, 6. Фух, я в шоке был просто некоторое время. Ну да, на 4 города было бы слишком сильно столько иметь. Я хотел захватывать на Манду, ставить город под Сулейманом и идти на него войной, но у меня не оказалось селитры. Нужно... Обидно. Фуф, чудом да. Ушел, чудом. Ну, мушкетеров я раньше тебя вышел, это точно. Ну, так потому что я в селитру шел сначала. А когда я увидел, где она, то я не спешил с мушкетерами, потому что мне не смысла в них выходить, если у меня нету селитры. О, там отваливаются города уже у Инка. Здорово. Ну, рок-концерты бахаются. Ну, у нас главный соперник Ацтека по культуре это... Японец, так что японцу там надо культуру поднимать. Ну вот.
кого-то пилит. Инка. Уже блин, да как это к Эдирне относится? Да, я думаю, уже давно. И не так давно. Алексей, большая империя. А из-за того, что японец тоже белый на карте. Японец тоже. Мне кажется, как будто это одна страна. И мы такие по краям с аттеком чисто тусим. Не, прости, аттек я пока не могу. Неважно, чтобы я мог помочь артисту, если у вас будет военный с... Я за мир со всеми. Это чтобы больше ресурсов накапливалось. У меня что-то урана дофига. Так, в принципе, это надо использовать. Японец, мы будем дружить или нет? Тяжелый вопрос, не могу сказать, не знаю. Я еще-то думаю, у меня уран есть, у тебя уран есть, посмотри. Алюминий, Алёши. Нет алюминия, Алексей. Есть, есть. Там кто-то есть алюминий. У меня нет алюминия, потому что он тратится сейчас на самолеты. Да. Индия, у тебя есть алюминий? У кого еще раз? У меня? Индия, да. Ну, немножко есть, да. Послушай, японец, если ты собираешься подводить войска к городам моим, и ты ждешь, что я буду на это смотреть спокойно, то давай нет. Окей. Окей, что? У меня хады закончились. Окей, что? Ты можешь сказать, я не буду подводить войска? Или окей, я все равно буду подводить войска? Ну, пока больше не буду подводить. Возможно, зря. Я не знаю, если мы сейчас его... Если вы сейчас не будете Лёшу останавливать, он улетит. У него слишком много крутых городов. Я не верю в культурную победу в этой игре. Не знаю, мы с Ацтеком ровненько идем. Да, но у тебя городов в разы больше. Рано или поздно сможешь его обогнать. А, ну у тебя сейчас науки уже на почти на 100 больше. У меня она сильно больше не вырастет. А у него вырастет. Там будет 600-700 науки, увидишь. Короче, я бы вам не советовал с Лёшей дружить. Здорово. Ты в последней игре улетел тоже, я не удивлюсь, если ты в это улетишь. Что там, 3 человека было на тоненького. Ну а здесь пока ты один. Почему? Ацтек впереди по науке. Нет, науки у тебя больше, ты просто на 2 техи меньше изучил, но возможно тебе там походу на них. Да не, забей. Как я ненавижу вот это вот искать, где тут каперы, вот это вот. Давайте состязание, кто мне больше поможет. Я все равно самая отстающая нация. Не
Японец, мы дружбу заключим этим ходом. Давай повоюем. Японец, если что-то надо будет, скажешь. Из ресурсов. Пока нормально. Только решите на счет, не на счет выиграть. Не на счет. Да, говорите, когда вам считать, если нужно. Да, мне как бы не нужен счет тут. Зенитки 10 ходов, блин. Я, если что, готовы, нет. Нет, так Леша вроде сказал, что ему не нужен счет. Тебе нужен? Да, мне не нужен. Ну а что, какие тут юниты? Ну, если что, кричите. Зенитки нужны. Еще непонятно, откуда он атакует. Ремонта нету пока, да? Ну, блин, тот случай, когда алюминия больше, чем у меня. Вот это алюминий. Вот это вот все алюминий. Я не понимаю, у японца 369 науки, у меня 388. Почему ты индус за него, расскажи. У тебя недавно было 400, ты что-то поменял, Алексей. Пытаешься меня обмануть. О боже. У тебя было 460. Хорошо. Каких 460? Я видел 460. Надо отступить здесь. Ну и банально, он мой друг. Сосед, зачем мне с ним воевать? У меня тоже 370 науки. Называется, не доставайся же ты никому. Это был самый крутой город, круче, чем Пуско.
Ну а что сделать? А, я несчастье получил после войны с японцем. Я понес там город. Где мои каперы, блин? А, да, берберские пираты, вот что надо. Ну ты, я бы на твоем месте, там прокачка вторая Виктора есть неплохая, которая повышает лояльность. Это есть уже. Тогда я не знаю, чем помочь. Давай, Куско, давай, японец, Куско, твое и мир. А? Ну, я Чикуита заберу себе. А, эти меня города вообще не волнуют. Я даже не знаю, буду ли я Тунбеса забирать. Пожалуйста, Чикуита как хочешь. О, что он делает? Тропическим лесом. Ну, этих у меня уже немного осталось. А где у меня производство побольше? 67. Японец, мы договорились или там воюем дальше? Договорились. Ну, японец как бы, конечно, правильно сделал, но с другой стороны, вот всю работу сделал я с инком. Просто всю работу. Даже в три раза больше военной мощи. Да, это куча мушкетеров. Ну ладно. Я их даже в пехоту не могу апнуть, потому что мне не хватит все литры содержать. И хоть разве с литра нужна, а не нефть? Все литры. Раз, два, три, четыре. Место, это городочек с кампусом, застроенным уже под университет, с рыночной площадью, с банком. Так что Тунбеса — неплохой город. Хорошо, захвачу, раз хочешь. Продал нормально. Все как ты хочешь. Я, кстати, понял, почему у меня упала наука. Это у меня несчастье пошло от после войны с японцем. Мы же с ним торговали. Ты такой главный, а нет, какая наука. А? Нравится, как ты морозишься, когда палишься. Ты такой, нет, какая продлеваем наука. Продлеваем союз. Было, что тебя ну слушай, науки. Я сейчас вот реально, я не знаю, как у тебя там, я просто не успеваю ничего делать. Я чисто воюю с инком. Что у меня там, какая наука, я даже не видел. Да, продлеваем союз. У меня так было, когда я воевал, но теперь у меня полегче. Чисто за домиками смотрю. Лабы строю. И другие домики. Холмов маловато на самом деле в целом на территории. Ты уже спутник запускал, Лёш, или нет? Так. Увидел. Содержание. Джунглей много. Я уже почти до... мне два хода оставалось до постройки чеченицы. И построил японец. Обид. Где, где? Театралки. Вот так. 400, 202. Мало культуры.
Мало. Ты принял дружбу, Осман? Я не успеваю. Кидай совет. А, блин, на 5. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Блин. Ладно, сюда поставлю. Демократия. Что-то как глобализацию. Ух ты. Блин, так никто из Зерки не построил. Несмотря на то, что они что-то типа обнутые. Интересно, помогли бы они мне, если бы я их начал строить? Я думаю, да. Кто, кто, то есть кто? Вы пришли? Зенитки. Кто? Я не слышу все равно. Зенитки. Конечно, вроде помогли бы. Конечно, помогли. Ты что? Тебе достаточно хотя бы одной было построить, на самом деле. Она бы тебе очень помогла. Вот, моя ошибка глобальная. Я сам просто пошел. Самолеты. Так, Стамбула бегает, Изодерная бегает. Надо было, конечно, бороться в зенитке, не в самолёт. Из Силоса. Может быть. Из Конии всё бегает. Другому. Печально. Из Халепа бегает, из Кай... О, из Кайсири не бегает? Ничего себе. Я насколько не смотрел, зенитками никто не пользуется, и вот они стоят рядом, стреляют все равно, а коцает чуть-чуть самолетик. Ну, что-то мне не кажется, плохо от них вообще никакого. Может, я ошибаюсь, конечно. Их тут апнули. В СПЛ моде их промышленная эра, а где теперь пополезнее. Подлодки. Нужно просто несколько, там, 2-3 зенитки вот как ставишь, раз отдели ромашкой. Мне и подлодки все, надо построить. И ядерки, собственно, сбивают. В смысле, ромашка вокруг города или как? Ну, типа, просто ромашкой самой по себе. Неважно как. Можно просто, типа, 6, например, поставить. Ну, их нужно оборонять, само собой. Надо вот сюда шпионов посадить. Что-то достали мне ломать тут все. Сидзуоки. А этого верну в Эдирне. Просто вот не успеваем ходить, то есть столько всего происходит, как всегда.
Ого, я... Мой туризм... Ваша культура преобладает среди инков. Представляете? Успех, успех. Так я сейчас победю культуры, ребят. Не понимаю, почему Ацтека так мало. Почему Ацтека так мало туризма, я не понимаю. Потому что у меня нету веры. А, не почему туризма у тебя нормально, это я на туристов смотрел. Не, я не верю, я думаю, здесь кто-то улетит ходу через 25. Ну или кто-то все ядерками закидает. Ядерками теперь сложно закидывать зенитками. Угу, они сбивают как-то чуть ли не 100% шанс. Очень неприятно. Кстати, давайте зенитки построим. Раз уж такое дело. Блин, что-то я... Вот на синтке написано, в пределах одной клетки от своего местоположения. То есть это одна клетка вокруг? Да. Да. А с каким шансом? Или всегда? Какой-то шанс, но он очень высокий. По сравнению с тем, что раньше было. То есть тут скорее чаще удивляют, когда пролетает что-то мимо зенитки. Османа, ты можешь своего археолога убрать, а то мне самому мало. У меня тоже достаточно... У меня тоже влияние над инками. Не, ну, смешно. Слушай, я боюсь тебе отдавать культуру. Ну, я больше не буду у тебя брать, но вот эту я все-таки заберу. Ну, не хочется тебе туризм давать. Эту надо дамбу, блин, правительственная площадь вся поломана, зашибись. Да вы утомили эти варвары. А где тут я открыл? Нет, содержание ядерных устройств нет. Вот. Беда, культура 4-3-4 фона. Ура. Да ты не смотри, оно неправильно показывает. У меня ход назад было написано, что через 13 ходов. Да, подтверждаю, этот таймер очень странный какой-то. А космопорт даже никто еще не построил, да? Я не стал. Спасибо за игру. Это было интересно. Да, спасибо. Спасибо за игру.
Все, домучился. Нет, ну я не могу сказать, что я сидел, страдал, ждал, пока мне поскорее. Так-то интересно. Интересная игра получилась для меня. Рисата из-под носа увели. У меня тоже хаун строился. Я даже японцу войскал. После войска. Все-таки посопротивлялся японцу? Ну, если не выдел. Армию мушкетеров убил. Ну, ясно, красные, когда у меня войска, если есть рядом с границей, то они сопротивляются. Смотри, последний раз попытаюсь вкратце объяснить. Одно дело, когда я предлагаю захватить мои пустые города, чего не было. А другое дело, когда я говорю, по сути, иными словами, что ты так все захватишь спокойно, потому что войска у меня там, войск не будет. А которые сейчас стоят, две пушки, они уходят на границу с османом, потому что он уже захватывает мои последние города. Это разница большая. Я всегда до последнего города играю. Вот, тут же вот торчит. Счастливо. Все, потом. Парни, давайте. Потом. Счастливо, счастливо. Расскажите, куда мы идем. Блин, зачем ты перекупаешься, если там все равно не работает? Чтобы те люди, которые со мной в войне были, не получали науки. Чтобы они страдали. У меня вопрос, зачем ты перекупаешь? Все правильно делаешь, брат. Спасибо. У тебя, мы с тобой вдвоем по науке впереди, ты даешь возможность получать науку еще двум людям. Кто-то же должен тебя отвлекать. Меня? Ну, а кто у нас еще лидер по науке? Ты. Так вместо того, чтобы быть лидером по науке вдвоем, ты... даешь еще другим людям это делать. Они сами объявили войну, сами себе это все устроили. Это неправда, это провокация. Это тоже правда, если правда. Да меня в целом устраивает такой расклад. Так. Да, самолеты есть? Немножко есть. Да там просто надо много где убить. Болонью? И ее можно. Нет, не надо. Она же вам науку дает. Зачем вы ее? А какая вторая? Красненькая. А как я ее убью? Я попробую. Не, у меня самолет только, ну, короче, если бы ты на меня напал, ты бы меня снес там ходу 30 назад. Ну, это заняло бы время, правда, я верю, что я пошел бы тебе на пользу, но мне все плохо с этим было. Я, в принципе, всю игру отстаю от вас по науке. Там сильно на 7 тех сейчас этот стек.
Ну, потому что ты воевал. На этом пока все. Напоминаю, что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас. Переходите во вкладку «Сообщество», а подписчики увидят продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!